Смотри. Ого, она красиво летит, мне нравится. Взорвется, нет? Ой-ой-ой. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, King and Fire, Данил Топ, Виктор Кошак, Фонтан, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Я надеюсь, затащу, потому что я профессиональный игрок в этот режим. Надо что, постоянно бегать по кругу, вот так вот потихонечку и идем. Обратите внимание, что есть двойной прыжок. Правильно, отойдите по краю, зачем вы туда идете? Получается, этот шарик означает, что я держусь в центре карты! Нет! Я последний упал. Я буду аниматроником сейчас, очень таким тяжелым. О, я буду Фокси, он очень быстро бегает. Вы готовы? Все на плите? Да. Для того, чтобы было сразу прикольно, вставайте все по центру плиты. Потому что вы когда стоите на угол, она сразу криво поднимается. Так, ну что, чпоньк, чпоньк. Я Фокси. А я бешеный Фокси, бегу по плите. Да-да-да. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. Ну давай, ну давай. Ну почему она поклоняется? А кто за Скрайбэйби упал с плиты? Я заметил. Ну пожалуйста, ну почему она криво летит? Мы выживаем за Человека-паука. Видите, они специально встали на краю, чтобы мы проиграли. Нет, ну почему? Я последний, я последний. Ты да. Держишься еще. Блин. Красиво было. Стоять. Никому нельзя улетать отсюда. Так, давайте подвинем немножечко сюда. Ого, откидывает. Нифига себе. Плита катапульта. Бабка Грэнни бежит по плите. Все, я упал самый первый. Я буду по центру стоять. Давайте все на центр. Тогда мы до самой карты высоты, короче, долетим. Давайте. В этот раз мы реально должны продержаться до самого краюшка. Я посмотрю, как вы будете эту плиту наклонять. Нет, я не буду ее наклонять. Я буду красиво выигрывать. Просто надо в центре стоять. Так, уже больше половины пролетели. Осталось не так уж и много. Я держу, блин. Так, все так красиво летите. Да, четко летим. Да, кто-то да, сейчас упадет. Это не я. Ой-ой-ой, кренит, кренит. Да кренит, кренит нормально. Сейчас надо взять какого-то вообще мощного, очень быстрого аниматроника. Вот. Очень быстрый, да? А ну давайте, кто расфризит плиту? Расфризьте ее. Лед тронулся, господа. На краешек сразу. Теперь сюда. Туда, туда, туда. Так, четко, четко. Так. Ой-ой-ой. Я очень тяжелый, я могу контролировать всю плиту. Ой, я чуть не упал. Ой. Я вообще четко, а ты где? А я вот, я Чика, я сливаюсь. А, я тебя еле вижу. Ну зачем вы так делаете? Чика, прощай. Я последний, я последний. Ля-ля-ля-ля-ля. Круто, мне нравится. Все лучше и лучше. Чпоньк. А где плита? Вот плита. Я сейчас, знаете, кого возьму? Гигантского Бенти. Как вы думаете, поднимет плита его или нет? Вот, у туда не. Не-не-не-не. Вот, смотри. Вот я это я здоровенный. А я бегаю огромный по плите. Классно, классно, выживаем. Мне кажется, я опять затащу. А Димас мне на пятки наступает. Нет, все четко. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, отлично, бежим сюда. Так, бежим сюда. Ой-ой-ой, я чуть не улетел. Кошак, мы сейчас с тобой затащим до самого верха.
Ай, кренит прям. Нормально, нормально. Четко все. Надо сразу бежать, как только наклоняется плита. Ну что, у меня есть какая-то инерция колоссальная. Так. Конечно, ты тут тон 10 весишь. Ну она бы это не поднималась же. Мы с тобой одни. А, нет, еще. Нет, смотри, нас. Раз, два, три человека победителя. Так, 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 так. Ну отлично же получается. Красота. Красно. Так, мы еще не уперлись, я так понимаю, что мы еще летим. Опа. Да. Все, нет. Что ли? Я не все, понимаю. Все. Вроде бы все? Да, да. Ну что, полетели вниз, смотри, как мы это можем сделать. Прикольно. Люблю падать свысока. Я как рыбка падаю. Вот это было сильно. Так. Интересно, сиреноголовый сюда влезет? О, ты можешь? А, у нас же его нету. Надо скачать. Нет. Я во время записи отписываюсь от модов крупных. Давай тогда знай, кого возьмем монстров Хендрисона, чтобы и нет. Смотри, есть дома. А, ну что, давай. Ой, нет. Ну блин, почему мы так быстро проиграли? Слишком жирный, кажется. Какой-то реально кабан жирный. Давай еще разок, мы должны сейчас все-таки проверить. Ой, я буду своей задницей вас, так сказать, пилотировать. Давай, залазь. Залезли все? Ну да, я готов. А вон монстр стоит. Залазь, челепиздрик. Ну что, 3, 2, 1, полетели. Ты своей костлявой жопой не даешь подниматься быстро. Зато я могу и теперь пилотировать, так скажем. Блин, лучше стоять посередине. Виктор Кошак, на тебя вся надежда, так как ты самый центровой сиреноголовый. Ну что ты делаешь? Я сейчас проиграю за тебя. Давай, скрабэйби, давай, буксуй! Так, давай, отлично. Давай, жопа, ты сможешь. Ну что, получается прикольно. В этот раз, наверное, тоже затащим. А я бегу, бегу. Так, давай, 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 задница, ну-ну-ну. Эй, мы сейчас проиграем, Виктор Кошак, лучше шлифуй. Лучше треть жопа, но это так со стороны очень смешно смотрится. Это ты так тарахтишка доходишь, я ничего не понимаю. Да-да-да, это у меня. Тарахтят костяшки. Так, 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 держи, жопа, жопа, ну. Эх, кости легкие слишком, не хотят нормальную энергию. Мы, наверное, уперлись, да? Или нет? Да нет, еще летим. О, мы сейчас не будем падать. Мы когда упремся, я поставлю что-то очень тяжелое. Мы проверим, как мы будем опускаться. Нормально так держу баланс более-менее. Да, мне нравится тоже. Это шарики так тарахтят? Ничего не вижу. Ну да. Это я так тарахтю. Кстати... Нет, я сейчас упаду! Я сейчас упаду! Нет, Виктор Кошляк! Ты выиграл! Ребята, сейчас мы в небо будем отправлять бомбу. Только никто не вставайте на плиту, мы просто ее в небо отправим. Уходите все с плиты. Сейчас NTT у нас тут. Как вы думаете, поднимет вот эту бомбу? Да с легкостью, мне кажется. А вот вопрос, удержится она ли на плите? Стойте, надо посередине бомбу поставить. Сейчас. Хотел наверх отправить, на голову упала. Сейчас, 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 сейчас. Я смогу. Я же знаю, что я смогу. Во! Вот это центр. Летит? Не летит. А ну давай, Виктор, я кое-что сделаю. Смотри. Подтолкнул. Ого, она красиво летит. Мне нравится. Взорвется, нет? Ой-ой-ой. Смотри, что с этой фигней. Да я ее удалю, потому что сейчас начнет еще колбасить. Это было красиво. Давай еще разок покажу, как бомбы можно запускать. Смотри. Учитесь. Четко? Смотри. Классно. Бам. А где? Она просрала. Нет. Воу. Жестко, да? Эту запущу, смотри. Чётенько. И я думаю, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.
Delicious.